давайте быстро. РК1 11-12 на месте вызова открытым огнем. Горит первый этаж административного здания. Готовится звено, ствол. Курс 8. Что там находится? Что находится там? Находится, что там, говорю? Не знаю. Вы охранник или кто? Там вообще электрики, это, велосипеды собирают. Здание где обестачивается? Обестачивается? Да. Сейчас узнаем. Алло. РК1 16-му. Дополнительно 3 машины предварительно. Где обестачивается? В подвале надо... Показывайте. Подстанция. Ну, меня туда просто так. Кто? Я вам сейчас... Подстанция где? Помещение, как это, вход, где в него? Сейчас вот он ключ дает. Так, сейчас. Это от помещения? Нет, это вход от вот этого. Туда? Да. С другой стороны. Где? По потолку. Я отходил 16-му. Что там находится? Гони! Я отходил 16-му! Я правда прием! Пену давай! Пену! Происходят хлопки, похожие на выгорание литиевых батарей! Что, здание обестачивается где? Владик, есть это самое, нашли где вход, где там железка. Обесточивать надо, там хлопки происходят. Что там находится, литиевые батареи, что ли? Там эти, велосипеды собирают, самокаты может идти. Много не лезь, стой! Я, конечно, нахуй. Прага 16-му. 16-й, я Прага. Полуподвальном помещении. На защиту подавай. Находится ремонт деталей с литиевыми батареями. Происходят хлопки с выбросом пламени. Много не лей туда, там литий, блин. На защиту подавай. Защиту давай. На приеме 16. 16, я Прага. Стоп, место дополнительно. 3 цистерны следуют. Энергослужбы к месту. Еще 2 цистерны дополнительно. Там что, вход металлический, да? Звенья готов. На месте вызов. Парни, по станции вскрывайте. Я отгоняюсь со второго. Со второй прибыл к месту вызова. Все, вниз фазы все. Эти? Да, вот, вниз. Это тоже.
Ну-ка, посмотрим. Прага 16. Давай ГПС 600! ГПС, давай или кургу! Саня, давай кургу! Кургу давай! Че, отключили? Да. Прага 16-му. Здание обесточили с подстанции, скорая на месте. Близко не подходить никому! Ваня, что, может, тут дверь скрывать? Давай, скрывай. Чтобы оттуда уже заходить. Пойдем, пойдем, посмотрим, что там. Подготовь звено. Там людей нету. Надо главное, чтобы вот сюда не уходило никуда. Сейчас с той стороны. Все, скидывай давление. Дополнительно кургу на второй ствол. Витя, короче, сдерживайте, сильно не заливайте там литий. Близко не подходите, хлопки лития идут. Что там? Это помещение? А где у него ключ-то? Нет у него ключей. Как пиздец. Здорово. Привет. Я заходил, там, короче, задымление пока. Парни, короче, эту дверь вскрыть надо, звено подготовить, там задымление сильное. Вот здесь? Да. Там стой. Там линию, короче. Да. Там где-то литиевые хранятся, они вспыхивают сильно, хлопками прям. Далеко не заходить. Открыли, поработали, закрыли. Подожди, подожди, подожди. Без этого, без линии ни хрена не трогайте. Там через окно, знаешь, херачило как-то? Нет, ну давай мы пока начнем скрывать. Не надо, пацаны, там ебать, знаешь, как все. Только зачернили, оно ебать. Подождите, не торопитесь. Пока наверх никуда не уходит, поэтому не трогайте. Что, хлопков не было больше? А? Хлопков не было? Есть, есть. Есть? Меняйте рукав. Эй, рукав, стой, стой. Рукав меняй. Выключай. Хлопки идут. Отходите. Дари, Гарри, ходу не давай пока. Сейчас. Отходи, отходи! Да, слабо, шум, Саша! Вот откуда, от стены? Ну-ка, и как их тушить, блядь? А? Литий, как вот его тушить, блядь? Там, давай на защиту быстрее, ствол! Аккумуляторы, что там? Ну, литий в аккумуляторы, там ремонт этих велосипедов всяких этих. Давай вот! Парни! Пацаны! Пока не скрывай, подожди, эй, стой! Пока не скрывай. Туда если не бать, оттуда бежите, блядь. На приеме 16-й. 16-й, да. Горит помещение. Ремонтная мастерской, цокольный этаж, площадь точно не знаю, локализовать не получается, литиевые батареи вспыхивают по новой, есть угроза распространения, здание обесточено. Да,
Главное вот здесь, чтобы ничего не ушло. Там дверь включена. Не, а здесь что, заходили? Я заходил, вот здесь легкие задымления. Давление дай! Нормально, а как туда зайти? Короче, вот сюда вход есть. Здесь чисто задымление, пока ничего нету. Здесь хлопки конкретные. Дима. Один ствол здесь, там на защиту стоит у входа. Отходи! Черный дым, смотри как. Витя, во все стороны поработай! Во все стороны! Вверх, вниз, вверх! Витя! Потолок! Потолок дай тебе! Потолок дай! Вытащи пока ствол сюда. Какой? Вот из подвала, сейчас поработаем. На месте 7 систем, дополнительно еще 4. Прага 902. 902 Прага. Поток охраны людей в здании нет. 902 Прага, вставай. Поток охраны людей в здании нет. 22-30. Сейчас опять 52-52 пришел, я их вызвал. Но мы там не открывали, потому что здесь заливаем, оно вспыхивает, литий там внутри. Не, ну, а второй этаж чистый. Ну а здесь вот никуда же. Нет, сейчас вот маленько забили, прям черный дым, и короче это литий внутри начинает, оно бах. Нет, я понял. А где оперативный? Оперативный он там. 902 211. Принимай 902. Ты где находишься? Подвал. Да-да. Ну сейчас туда забилось вроде бы. Короче, помещение, он сказал, квадратов 50. Да вон он по схеме. То есть здесь? Вот это оно горит, не говорит. Да. Ну, только что? Мы не стали его скрывать, когда черный дым был, потому что протягивало бы сильно. Сейчас линию сначала тащишь. Давай. Где кувалда?
Пацаны, плаву! Влад, возьми плаву! Без аппаратов выходите, парни! Пожарный гидрант номер 462. Вас не попробую. На расстоянии 6 метров. Сильнее бей. Острый, попробуй, вас не острый. Бей. Бей. Не, вам надо уперся. Аппараты, скажи, зарезка несут. Давай. Давай. Хорошо. Все, давай спуск. Именно. Пену дайте! Чего, Влад? Пену! Пену? Да. Короче, это, вот здесь вот стеллаж, за него где-то горит, там тюки какие-то, пройти вообще невозможно. Вот здесь рычаг остался, в этом углу. Тюки, да. В
Вот отсюда прям пены дать и в ту сторону закидать прям шапкой. Ну-ка, дайте. Вот, Влад, ты зашел, вот здесь вот типа стола стоит. Это вот так, да? Ну да. Вот здесь я зашел, да? Ну. Вот здесь вот очаг остался. Вот здесь вот стеллаж сразу стоит. Такой, ну, блин, не пройдешь. А вот здесь тюки везде. Ну. Тоже не пройдешь. Тут много народу загонять нельзя, потому что не выскочишь. Понятно. И вот здесь что-то лью вроде, блин, затушу вот опять. Помещение, Влад, нету? А вот этого я не видел. Ну, это здесь, если стеллаж стоит, поэтому... Вот он где-то здесь, да, его, чтобы обойти, то вот так надо. А там тюки прям здоровые. Да, выгребся их невозможно. А здоровые они. Давайте по одному. Пускай выветрится потом маленько. А потом уже заходи. Если выветрится. Ну. Оно справа, да, горит? Сейчас справа осталось, там вроде не было ничего. Сейчас вот согнаю, я... еще посмотрите, плохо. Пушек не было, ничего. Влад, получается, вот эта перегородка, как мы смотрим, ты сейчас вот вылез, она маленько постояла, проветрилась, там прогаивает, и в том помещении горит. Вот здесь вот это помещение, это тоже вот, сложить, надо приходить. Ну, а вот там, короче, вот здесь тюками все. Вот тут здесь вот стеллаж стоит, и все. Дальше есть помещение? Дальше нет, оно, канализация. Там ничего не стоит. Здесь тюки с чем у вас лежат? Я не знаю, это арендаторы. А где арендатор? Нельзя найти? Он не берет трубку. Да, так, вот. А мы где? Вот окно. Ну вот здесь получается идет канализация какая-то. А вход есть в это помещение? Он отсюда. Только он отсюда, только да? Отсюда. А вот, здесь стеллажи стоят, то есть на стеллажи проходим, заходим. Да. Так а в этом помещении что стоит? Я не знаю. Расклад по-любому. Я потому что вот здесь затыкано все тюками. 52-й автомобиль. И последнее помещение тоже складское, наверное. 52-й автомобиль принимает. Подъезжай 12-й. Вот здесь как-то... Ну, оно все скрюченное. Вот здесь вот стеллажи не пройдены. Вот они, батареи, куча, короче, лежит, парни. Есть, да? Да полно вон их под ногами прям. Литиевые батареи от мотоцикла разобраны эти банки, короче. Офигеть, тут барахла, бля. Да кого ты? Я говорю, уперся у нас две коробки здоровые. Есть, да? Че, вы туда нашли дверь? Ну? Да, да, помещение. Там вот дышка в этом помещении. Она обвалилась, стена. 30 метров. Да. С литием, слушай, вообще жопа. Капец. Хорошо, здание изолированное. Занятия. Они же хотят какие-то занятия. Ну так, а вот чем бороться с ним? Вы сказали, дальше отходить. Песком закидывать, что ли, сюда? На воду он плохо реагирует. Не тушить тоже нельзя, бля.
Да, я. Там еще могут где-то кому, акумы быть? Акумы справа все коробки. Вот я показал. Ну, вот да, вы мне показывали. Вот здесь, а больше вот нигде, только, да? Вот только вот здесь акумы лежат. Вот здесь, да? Да, и все. Здесь-то прогорело все. Там нигде нету никаких, да? Два акума под креслом. Вот здесь, да? Вот, вот такие блоки это получается, да? Ну там дуга, они все одинаковые. Вот, вот здесь под креслом еще два. Вот под вот этим креслом два аккумулятора еще есть. Все, по сути. Ну и на каждом мотоцикле тоже по акуму. То есть мотоциклы еще выдергивать надо. Ну, они съемные, их можно вытаскивать. Я могу их открыть. Надо снимать, короче, все. Видите как? Разгерметизация любая сейчас. Вода тут, все, замыкание опять начнется. Ну, если они в воде лежат, их поднимать туда надо, да. Пойдемте снимать все. Короче, вот здесь аккумуляторы, основное горение вот здесь было, отсюда прогар в окно. Вот хозяин, вон. Да, смотри, есть акум, снимай. Вот здесь где-то два акума горит. Вот здесь, вот они. Опять замкнут, опять то же самое будет. Будем бежать отсюда. Где-то еще один. А вон коробка вон. Это не это. А вот, что, вот он. Выкидываю нахер. Сверху коробочка. Сверху выкидываем? Да, на улицу вытаскивайте. Вот оно будущее у нас пиздец. Чем их тушить? 26, ну это колеса. Акумы, получается, прогорели, и сейчас осталось то, что типа на мотоцикла горит. Просто на хранение акумов надо какое-то помещение изолированное. Блин. Что, еще целое есть? Не прогоревшие еще. Охренеть. Каждый 50 тысяч. Блин. Парни, смотрите хорошо, если бы оставим хоть один, загорится опять. Если съедали, вообще по идее вот там все дружненько лежали, вот так вот коробочкой. Эй, вот он лежит где-то, давай достань. Вот это все выкидывать, видишь, они еще половина живые, блядь. Ячейки? Маленькие, туда внутри. Это уже взорвано. Так, а что замыкалось, где? Подожди, вот акум лежит, вот он. Вот этот надо достать, стой. Эй! Подожди, стой. Их надо разъединить просто, чтобы между собой, во-первых. Да перекусить-то есть, чем просто это. Сади. Вот акумы, смотри. Это вторая коробка. Да, вот советка 2 прим. Все, выкидывай. Вот это, парни, ваше будущее тушение. Это пиздец. У нас как-то проще было деревяшки тушить. Берем склад вейпов дальнейшего. Да запросто. Магазин вейпов. Запросто. Видишь, где были акумы, не были, везде может как-то не случиться. От воды еще лучше будет. Наоборот, она, как скажем, создает реакцию. Ну. Самокаты же вот эти как горят. Гидроизоляция нарушается. Капля воды, может сказать, попадает и все. И хлопает. Мы тогда смотрели. Хотели взять себе самокат.
Дома лучше не держать такое. Да, конечно. И сколько раз было загорание здесь? Там даже 10 минут не надо, чтобы квартира выгорела. Так видел вспышки какие-то, пиздец. А видел эти электрокары, как горят? Да моментально все заволакивает. Там как будто под личным бомбу взрывает. Ну. А? Камеру передаем? Ну да, да. Я ему сказал, чтобы он контролировал, блин. А тут гипсокартоновая стена, походу. Да, хорошо, не прошло. Там туалеток не был, там. А удачно еще, видишь, здесь охладили сразу. Просто литий, видимо, пыхал. Такое ощущение было, как будто горит, не знаю, да что. Я еще приехал, еще не приехал. Ничего не горит же. Если замкнет внутри банки, тоже же плохо. Конечно. Ну вот. А они все мокрые, блин. Еще мало ли, может где-то все-таки затерялся какой-то там лежит, блин, замкнет нафиг. Так да. Что контролируйте прям. А куда не ушло еще? Да я туда на воде. А, на полу? Да. Андрей, пойдем поможем. Я додумал, просто телевизор у вас где-то на этом. А, у вас сервисный, ё-моё. Надо вам мотопомпу какую-то откачивать, она так никуда не уйдет, вода. Она у нас не помпа, а центробежная. А, есть. Он все равно останется в воде. Надо. Да, все, поехали. Вот у него тут сколько, одних акумов, наверное, на... Полмульта. Он говорит на 15 миллионов товара. Да? Нет, вот сюда. Вроде дымом не воняет уже. Дымом не воняет вроде уже нормально. Еще раз, все. Дымом не воняет вроде нормально уже. Это столько столько есть ядреный такой еще остался, не проветришь. Я вот там, да, у нее там. А глаза шит. Ничего не забыли? Хулигана забрали? Хулиган забрали? А где он был? Молодец, стоял куда. Ну посмотри там. Да это не наш. Это ваш местный. С праздником вас. Спасибо. Радость моя. Почему у вас я, слава богу, не жена. Короче, парни, мы поехали, только не без присмотра не оставляйте. Нет, нет, до утра. Мы сейчас откроем. Давайте. А? Ты не жена? Конечно. Пойдем ко мне, я по полковникам выдать. Два раза не жена тут. Так а я три раза не жена. Три раза я не убедилась, что не надо. Немецкая овчарка 40 килограмм. Не, овчарка немецкая, это классно. У меня тоже была, Ральф. А у меня сейчас есть. Звали. Зачем? Ну мало ли. Да, да. Чего надо? Картошку пожарить. А.